как отозвался глава Чувашской республики Олег Алексеевич о работе нашей промышленности республики, которая, вопреки всему, всем нашим невзгодам, все-таки сдала большой прирост в выпуске продукции, не снизила потенциалов своих, а наоборот развивается. В республике хорошо сегодня развиваются кластеры, и Олег Алексеевич подчеркнул это. Кластерная система образований предприятий даст, безусловно, еще раз скачок в росте выпуска продукции. Соответственно, выпуск продукции даст нам серьезный рост заработной платы, рабочие места, которые в конечном итоге поднимут наш социальный статус как республики и людей, которые работают в ней.